Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании «Чувашия» и я, Ольга Алексеева, расскажем о самом важном и интересном сегодня в выпуске. Дым Отечества. Почему заливать горящий мусор водой начали только после вмешательства прокуратуры? И сколько заплатит виновник пожарища в «АллатРе»? Тысячи бутылок, сотни шин и старый ковер. Кто превратил берег живописной речушки в свалку нечистот? И неужели для расчистки завалов нужно организовывать экспедиции? Дело не в цвете, а в правде. Сколько десятилетий нужно, чтобы нарисовать идеальную иллюстрацию? Ровно век со дня рождения Петра Сизова отмечают необычной выставкой. Дым Отечества не просто не сладок, а чрезвычайно неприятен и опасен. Жители АллатРского района задыхаются от смрада, который исходит от горящего полигона твердых бытовых отходов, проще говоря, свалки. Вот такое видео они предоставили в нашу редакцию. Задыхалово. Господи, хоть бы дождик полил. Смог. Происходящим заинтересовались в прокуратуре и уже провели проверку. Вот что нам сообщили в правоохранительном ведомстве. Проверка установлена, что организация нарушала технический процесс складирования отходов, а именно использовала недостаточное количество грунта, которое необходимо было складировать между слоями мусора и уплотнять его, чтобы внутри свалки отсутствовал кислород, необходимый для горения. Кроме того, несмотря на установившуюся в республике жаркую погоду, организация не предпринимала достаточных мер для увлажнения отходов, что также препятствовало бы ее самосгоранию. По факту нарушения природоохранного законодательства уже возбуждено несколько административных дел, по одному из которых уже выписан штраф в 15 тысяч рублей. Как заявили в прокуратуре республики, ситуация находится под особым контролем. Только каждый десятый ребенок в республике получает бесплатное горячее питание в школе, как того требует федеральный закон. О том, как будет решаться проблема, говорили в Доме правительства. Выслушала мнение экспертов и постаралась понять, что же будет на столах у школьников уже в новом учебном году, Инесса Потапова. В республике более 11 тысяч школьников из малоимущих многодетных семей, кому бесплатно положено питание за счет городских или районных бюджетов. Но денег, как водится, не хватает. Благодаря Министерству образования и личной позиции Аллы Леонидовны была проведена очень большая работа по анализу меню и унификации меню во всех школах Чувашской республики. Наше предложение и выделение средств в расчете на полную стоимость еды и позволит полноценно, без дифференциации, ведь в некоторых школах даже очереди есть, где отдельно льготники стоят. Ну и, конечно, ребята, здесь человеческий момент включается, даже для того, чтобы встать в очередь и получить это бесплатное питание. И когда это все одинаково для всех, это решает очень многие моральные проблемы и самодостаточность ребят. Мы принимаем принципиальное решение, что с 1 сентября этого года, значит, мы с вами будем обеспечивать вот 11 тысяч, примерно 800 детей, которые относятся к категории детей из многодетных малоимущих семей, горячим питанием. При этом указ, подписанный еще президентом Борисом Ельциным, силу не утратил и обязателен к исполнению во всех регионах страны. Его как-то пытались оспорить в Мурманской области. Верховный суд страны встал на сторону ребятишек. В Чувашской республике вопрос на особом контроле. Ну а те, кому удалось бесплатно покушать, качеством еды не всегда довольны. На эту тему неоднократно возникали вопросы и у проверяющих органов, и у родителей. Роспотребнадзор и прокуратура постоянно проводят проверки. Выявлены нарушения, которые взяты на контроль и устранены, многие нарушения уже устранены. Проведены лабораторные исследования пищевых продуктов, готовых блюд, в том числе на калорийность, микробиологические показатели, температуру, на соответствие температуры горячих блюд. Инесса Потапова, Андрей Шуклев, Республика. Больше вакансий нет. На должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики назначен Илья Ионочкин. Распоряжение об этом подписал глава республики Олег Николаев. Ранее Илья Ионочкин работал заместителем руководителя дирекции специальных проектов Россети «Северный Кавказ». В прошлом 2020 году он победил в конкурсе «Лидеры России» на новой должности. Правда, с приставкой ИО он уже познакомился с состоянием коммунальных сетей города.
Бедность не порог, а призыв к действию. В обнародованном сегодня рейтинге регионов по уровню доходов населения Чувашская республика заняла 73 место. Методика проведения исследований вызывает немало нареканий, однако и эти данные могут быть полезными при принятии решений. Еще беднее живут в Крыму, Мариэл, на Алтае, в Ингушетии. Самым обеспеченным оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва только третья. Просьбы услышаны, вопрос закрыт. Автобусы номер 220, связывающие Чебоксары с Новочебоксарском, продолжат ездить по прежнему маршруту. Об этом редакции республики заявили в региональном Минтрансе. Такое решение было принято после многочисленных обращений жителей обоих городов. Теперь маршрут не только не закроют, но и пустят по нему автобусы большей вместительности. При этом сохраняются планы по оптимизации маршрутной сети городского и междугороднего транспорта. Минтранс планирует заказать научно-исследовательскую работу по оптимизации маршрутной сети именно этого направления Чебоксары-Новочебоксарск. По результатам этой работы уже будет приниматься решение об дополнительном, может, открытии, а может быть и закрытии какого-то из маршрутов. Пластиковые бутылки, автомобильные покрышки, полусгнившие деревья и мешки с бытовым мусором. Берега малых рек в помойку превращают сами местные жители. Причем так усердно, что для оценки масштаба приходится собирать экспедиции. Сегодня в такую отправилась репортер Татьяна Молкова. Три реки – Сугутка, Трусиха и Чебоксарка. В народе такие давно крестили словом, которое и в эфире не произнесешь. Когда-то полноводные неслись в сторону Волги. По берегам мельницы и мануфактуры не то, что теперь. Кирилл Агалаков 3 года наблюдает за малыми реками в черте Чебоксар. Говорит, что все серьезно замусорены. Мусор не всегда бытовой. То есть там есть и промышленный мусор, есть и отходы, допустим, автосервисов, то есть это и масло, может быть, машины, и еще что-то в этом роде. Вот. То есть это у нас сбрасываются, получается, нечистоты, то есть в основном из дачных там, получается, участков, либо гаражных кооперативов тоже такое бывает. Через Сугутку есть разные мостики. Есть такие, где навалены старые автомобильные шины, переброшены старые гнилые деревья или вот такие бревна и даже постелены красной ковровой дорожкой. Такие вот переправы на самом деле похожи на кучу мусора, сразу и не поймешь. Полено надо положить, чтобы оно... По наблюдениям, больше всего загрязнений там, где местные обустроили переправы, чтобы ноги не замочить. По факту грязь и зловонная жижа. Все самое неприглядное фотографируют активисты-экологи. Это не просто фотография, здесь можно посмотреть, видно координату этой точки. И эта координата будет отображаться на карте. На этой карте будут отображаться все подобные антропогенные факты влияния на речку. И мы составим тем самым полную картину того, как река замусорена. Полная карта загрязненности рек будет готова всего за пару недель. После этого разработают так называемый мастер-план «Три реки». Он поможет создать единую концепцию благоустройства прибрежных зон. В итоге защитить малые реки от заболачивания, иссыхания и исчезновения с карт страны. Мы хотим, чтобы эти территории максимально остались природными, зелеными. И мы видим, что, наверное, территории прибрежные малых рек поделятся на три таких основных категорий. Одна – это пока предварительно, как мы это видим. Одна – это такие экологические резерваты. Это рекреационные территории, это куда люди массово приходят отдыхать. И третья категория – это территория уже такая самая активно развивающаяся вблизи застраиваемых территорий. В конце недели экологи проведут субботник, а затем такие экспедиции пройдут на Трусихе и Чебоксарке. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика. Подвиг в память о подвиге. 8 сотрудников МВД, ГИБДД и Росгвардии завершили восхождение на высочайшую горную вершину Европы, западный склон Эльбруса. Видео о своем восхождении они снимали сами. Мы внимательно посмотрели на захватывающие кадры. 5642 метра. Выше только небо. Под ногами снежный наст. В лицо штормовой ветер. Но идут к своему подвигу. 28 июня. Считанные метры до Евруса. Как видите, идем вдоль перил. Вот все нормально. Силы есть. Склон опасный. Еще в середине пути инструктор хотел остановить восхождение, но цель была уже близка до главной вершины в их жизни ради 85-летия службы ГАИ ГИБДД и юбилея строительства Сузского рубежа. Дошли.
мы, сотрудники и ветераны ГАИ ГИБДД, поздравляем вас с 85-й годовщиной образования нашей службы. Обеспечение безопасности дорожного движения требует высокого профессионализма, выдержки, самоотверженности и мужества. За нашими плечами тысячи спасенных жизней. Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Альпинисты в погонах уже начали спуск к подножью горы Исполина. С собой впечатления и планы повторить подвиг к следующему юбилею. Вадим Муравьев, Республика. Выставка к столетию народного художника Чувашии Петра Сизова открылась в республиканской столице. Больше 50 лет он делал иллюстрации к поэме «Нарспи» о несчастной любви и каждый раз признавался, что не может найти единственно правильный образ. Екатерина Шеверова познакомилась с экспозицией и признается, что благодаря работам мэтра классика чувашской литературы по-настоящему оживает. «Искусство стало делом всей моей жизни, ее смыслом и содержанием. Это слова по-настоящему преданным своему делу. Скромный при жизни Петр Сизов, в его работах нет буйства цвета, скромных взглядов, наполненных отчаянным девичьих слез и решимость на грани буйства в угловатых чертах национального героя, сакральное знание в простых мелочах. Простая вода в его работах уже символ утекающей любви, любви и надежды, и поиск той самой чистой правды». «Гляжу, 40-е, 50-е, 30-е годы Чебоксары республики, на каждом листе такая правда, чистая, честная правда Петра Владимировича». Его иллюстрация уже вечная классика. Петра Сизова помнят и любят в Чувашии. Его многолетний труд по оформлению поэмы «Нарспи» сам по себе образец преданности делу, последовательности и ответственности художника. Ответственности перед собой и своим народом. И снова поиск того единственного верного штриха в попытке ответить на вопрос, который, казалось, не имеет ответа. Мучительное ощущение того, что ты не раскрываешь полноты слова. То есть вот ты видишь, но ты не можешь это изобразить. И вот эта вот неудовлетворенность тем, что сделано, она характерна для очень глубоких и очень больших художников. Когда человек не проскакивает мимо темы, а он продолжает ее все время разрабатывать. Нет, это не так, а еще вот так, еще по-другому. В простом найти сложное и понять, каким простым может стать что-то постижимое, только силой души и подвластной лишь кисти мастера Петра Сизова. До 8 августа еще есть время. Екатерина Шеверова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости Чувашии в понедельник, 5 июля. Увидимся завтра. До свидания.